верят в сладкие шаракшары. Спросите любого огородника, каким должен быть сладкий перец, и он вам ответит, что на мощном прямостоящем кусте должны расти крупные красивые плоды, обладающие сладким вкусом и толстой сочной стенкой. Именно такими характеристиками обладает перец сладкий шаракшары. Кто же откажется от сладкого ароматного дара лета, перца оранжево-красного цвета, который собрал в себе все солнечное тепло? Сложно найти такого овощевода, который бы не оценил по достоинству эту культуру, ведь ее и перевозить удобно, и лёжкость у нее прекрасная, да и на солнце кожица этого перчика абсолютно не морщится, как это случается с многими другими сортами перца. Итак, подведем итоги. Сладкие 200-граммовые толстые плоды пирамидальной формы с отменными вкусовыми качествами и слабо заражаемые болезнями – это мечта и гордость настоящего огородника. Хотите удивить всех своих родственников и соседей и вырастить настоящее чудо, которое не боится солнца? Тогда покупайте семена сладкого перца сорта Шаракшар в магазине «Помидорчик».